За джунглями из густой крапивы и репейника скрывается городская ливневка. Заросшая не только травой, но и горами мусора, она уже не первый год наводит ужас на жителей улицы Черепановых. Сюда стекает вода с многих окрестностей Новоалтайска. Стекает, но никуда не уходит. Разливается по дорогам, огородам, заходит в дома. Такому гостю здесь совсем не рады. Вызвали МЧС, 7 часов воду выкачивали. 7 часов. У нас затопило все. У нас и в доме стояла вода, в огороде, в сараях, везде. Ну, это было страшно. Эти кадры были сделаны ровно месяц назад, когда над Алтайским краем пронесся ураган. По словам Евгения Валикжанина, он был в ужасе, не знал, как спасать хозяйство. Уже после потопа за свой счет жители проблемных участков наняли трактор, сделали земляную насыпь, чтобы хоть как-то оградить себя от большой воды. Вода наполняется вот до тех пор. Вот так. Здесь я вот здесь стою, мне вот так воды по пояс. Вот должен быть выход ливневки идти. Вон он идет в территорию элеватора. Она полностью забита. Ливневку необходимо прочистить, говорят жители. Обратились со своей проблемой в администрацию Новоалтайска. Рассказывают, приходили коммунальщики с лопатами, создали видимость работы и ушли. В письменном ответе за подписью первого заместителя главы сказано: плановая очистка открытого ливнестока от грязи, ила и песка проведена. Мусор туда бросать не надо, в эти ливневки. Мы столько, когда промываем, столько мусора в пакетах оттуда достаем. Это первое, что надо сделать. Я еще раз говорю, я же не отрицаю эту проблему. Да, проблема есть, да, значит, ей надо заниматься, но важно правильно расставить приоритеты. По словам главы Новоалтайска, в следующем году запланирована полная перекладка или модернизация некоторых старых ливневых канализаций. Вот только неизвестно, попадет ли в этот список ливневка на улице Черепановых. Между тем, проблема, с которой уже несколько лет борются жители данного частного сектора города, актуальна и в других городах края. В частности, в Барнауле только этим летом на улице Гоголя и Пушкина начали строить сеть ливневой канализации. Возможно, после ее запуска хотя бы центр краевой столицы перестанет уходить под воду. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.